но грамотности нет нигде. И единичек тоже нет. Что? Единички медленным ходом идут вот отсюда. Надо немножко, может быть, выстроиться. Гогов можно закупить. На Джебусе, кстати, достаточно частая проблема того, что единички кончаются. На ГО, кстати, мы, если не знаю, кто пропустили, не пропустили бой с ГО, там после Маслоу чародеи кастанули лечение и там разбежались, и разбежались и порубили мне уточек, то есть 6 уток я потерял из-за того, что они лечение. Мне магию еще жалко было, ману. Так, вот это вообще не реликтовый мешок. Сюда. Сейчас немножко пройдем, пробросим вперед героя. Надо было, кстати, ему отдать змею. А, ну змея там помогала. А, все, понятно, что идти тут? Тут ГО, мое же ГО. Че угорать-то? Если тут, конечно, может еще дорога вот так куда-то идет, как-то по-извращенному, но это скорее вряд ли. Здесь зона грязевая, возможно, здесь обитает мой оппонент. И, возможно, где-то здесь нас мы встретимся. То есть у него может быть выход как вот здесь, ну, и вот там, если это его зона. Опять завис стрим. Серьезно, что ли? Не, не ври, Ром. Идет, идет, идет. Идет, идет. Дропов вроде тоже нету, поэтому все норм пока. Надо бы вот запалить бы еще армию как-то. Где у меня гильдии воров были? О, во, как раз мы здесь. Как раз на подходе. Можно, кстати, вариант кентавров подвести. В принципе, такой вариант реально осуществим. Сейчас, наверное, так и сделаем, потому что без единичек тут делать даже нечего в центре. Это, то есть, каждый раз виверн отдавать, что ли, это бред. Так, что-то народа пока мало. Ну, там неудивительно, там такие... метры стримят, что народа можно много не ждать в ближайшее время. Да, надо кентавров сейчас будет обязательно подтянуть. А, слушай, Ром, не знаю, попробуй на Твиче. Вроде говорят, на Твиче норм, не виснет. Почему на ГГ виснет, я не знаю. Смотреть надо сейчас первым делом вот эту вот штуку. Передадим сюда. До сюда, до сюда. В принципе, лобета может даже достать. Нормально, должны все это мы вытянуть. Брон пока идет. Время будет, вот этих зацепим. О, Айва, папашка, привет! Что, готов уже в Питере тусоваться с нами? Завтра вечером. Ну, кстати, как и обещал, в начале стрима, ну, судя по раскладу, на 1-2-4 вышли. Было непросто, но вышли. Так, оппонент нас быстрыми ходами не балует.
Время и нам ускорится. Так, по армии мы позади. Это плохо. Ангелы там тоже есть. Это тоже нехорошо. Так, оставим эти здесь. Я думаю, что он тоже вышел из респа. Так. Так, артефакт хороший. Идем. Коробка тоже хорошая. Даже не знаю, куда и деться. Так. Коробка. 2049 ФИФ. И ГО ноги. Опа! Вот мы и встретились. В армии мы проигрываем. О, можно, кстати, гастов пробить. Волна смерти, не сдохнуть бы там от нее. А, вон на волну смерти у нее не хватит. Отлично. Если там экспертной земли только нету. ПЦ Twitch лагает. Ребят, у кого еще Twitch лагает? Мы тут стремимся на какой-нибудь проблемы Twitch'а. У меня вроде с интернетом все норм, не знаю. С игрой все нормально. Дропов никаких нету. Видимо, оппонент куда-то ушел. Так, оппонент сбежал. Ну, Пандора мусорная.
ради ангела туда вливаться. Вот этих можно, кстати, пробить. Тут наверняка хорошее что-то дадут. По армии там сильнее он. По городам непонятно. Может, он там ману уже пополняет. У нее скорость еще все этих драконов больше. Так, он, наверное, там, да? Так, вон там армия у него вся. Может, на разгоне? Нет, не на разгоне. Или назад убежать? Так. Съедим коробку, что делать. Попусали всех единичек. Восемь сто пять. Проще на масло бы сделал бы, правда, живее бы был. Отка денег, кстати, не худший вариант. Может быть, откупиться придется. Улик здесь взят, значит, он сверху пришел. Я его как раз в западню бегу. Да, что-то я немножко затупил, подрастерялся. Так, рынки. Ну умрем, ну умрем, что делать? 9-4, 9-6, в принципе, нормально. Если там только, конечно, ангелов не вагон, что-то масс магии. Пришел пассис. Ну, придет Гальтран, придет пассис. Обидно, как бы вампы покромсали этих кентавров, хоть бы сейчас единичек больше было.
Ну, ничего, мы, в принципе, можем сбежать, но куда бежать, опять же, вопрос. Взять вот эту Пандору, как бы вариант. Вот эту Пандору, то есть, если там какие-то войска получить, там, ангелов, например. Можно было взять бы вот эту, но у них больше скорости, они меня покусают сначала, там, прослабят, поэтому не успел бы я маслоу там кинуть. Маны мало, капец. Вот эту надо сейчас взять, наверное. Как-то попытаться. Поиска пути тоже нет. Попробуем так, что ли. Золотая шахта. В идеале бы, конечно, сейчас джинников вот сюда пробить, вот этих. 5-9 гидрхауса, может, что-то путевые охраняют. У него уже и уток куча, и ангелы. Ну ничего. Мы пока боремся. А я что-то эту вкусняшку сразу про нее что-то как-то... Ее сразу пропустил. Выходил, когда за ГО времени было мало. Надо было хоть вот прям перед ними припарковаться. Но опять же, мудрость не докачана. Может быть, там действительно магия какая-то интересная. Может, не достанет Галтран. Вот эту бы штуку, конечно, прихватить. Хотя у меня ожерелье тоже нормальное есть. Но ману надо пополнить, маны надо. Гильдию сейчас попытаемся отстроить. Здесь что-то, может, найдем. Сладыши подтягиваются на стрим. Теперь мы точно затащим. Осталось только Редди появиться. И мы тогда точно в говне. Можно было, кстати, дьяволов построить. Так, между делом. Ну а куда мне эти дьяволы? Пара дьяволов вообще не решат. Был бы здесь хоть нормальный какой-то мешок, реликт, не мешок этот, артефакт вместо мешка. Мою партию с китайцем, когда мы вторую начали, закончив первую. Теперь он потерял пароль и ничью хочет. Да как он потерял пароль? У него что, сейва нет, что ли?
сейве же пароль есть. Да не, ну потерял пароль, ну пусть тупает в клуб Диаблера. Кстати, я вот так подумал, почему это мне вот некуда идти-то здесь? У меня же есть домашние утопы. Я могу их отсюда прям взять из таверны. Вообще классная тема. Так-то. Домой разбиться, взять утопку. По-моему, крутой план. Если он нападет. Я думаю, 20 тысяч мне хватит на откуп. Посчитаем. Посчитаем. 7 ангелов. 3 тысячи. Плюс 16 вив. Сколько вива стоит? 700. Да, хватит. 16 тысяч где-то мне надо на откуп.